Олимпиаду. Как там все в итоге разрешится, кто будет играть. А вот как сейчас шайба оказывается в воротах, непонятно. И вроде бы закрыл Шикин ближний угол, но она каким-то непостижимым образом нырнула в ближнюю девятку. Фантастика. И удача, конечно, тоже где-то все это вместе сопутствует Амуру. Бросок Сергея Терещенко. И там, по-моему, были небольшие рикошеты от клюшки. Ну, сейчас будем еще раз смотреть. Четвертая шайба Сергея Терещенко за Амур. Так очень сдержанно он принимает поздравления. Ну и вот этот натиск Амура, посмотрите, заканчивается еще одной шайбой. Да, и в итоге 3-0. Там вот опять Яков Рылов боролся с Раданом Ленцем. И шайба в итоге юркнула в ворота.